Сотрудники ГИБДД провели рейд «Спецсигнал». Сегодня весь день по центральным улицам Красноярска ездила машина спасателей. У нее был включен звуковой сигнал и проблесковый маячок. Выяснилось, что все чаще водители игнорируют спецмашины. Хотя по правилам автомобилисты должны перестраиваться в правый ряд, чтобы освободить дорогу для проезда. За 2 часа рейда сотрудникам ДПС удалось оштрафовать 3 водителей. Давайте посмотрим, как это было. Сотрудники ДПС, оправдание у водителей всегда одно и то же. Не было возможности перестроиться. Хотя зачастую именно такая нерасторопность красноярских водителей может привести к трагическим последствиям, так как спецслужбы включают звуковой сигнал и маячок, когда едут по экстренному вызову. Там, где ожидают полицию, скорую, медицинскую помощь, либо пожарную службу, счет идет буквально на минуты. И, возможно, водитель, который не предоставил преимущества, не уступил дорогу спецавтомобилю, возможно, косвенно может спровоцировать то, что люди не дождутся помощи. Штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей, либо лишение специального права управления на срок от 1 до 3 месяцев.